Возрожденная музыка 80-х, томный голос, синтетические звуки и механические ритмы. Все это вы услышите в песнях Галымжана, которые певец полностью пишет сам. Но это не предел его талантам. Он и на укулеле играет, и клипы сам себе снимает. Новый клип будет в стиле 80-х. Ахпенберге тоже вдохновлен тем временем, но там была атмосфера, понятная в бывших советских республиках. Сейчас же мы хотим выйти на уровень США. Поэтому суть клипа намного шире. Мы не хотим углубляться в то, как люди жили в то время. Скорее собираемся показать стиль музыки и одежды того времени. Клетчатые рубашки, длинные волосы, тяжелые ботинки и прочие атрибуты 80-х. Пришедшие на кастинг участники не только фотографировались, но и выходили на небольшую сцену, чтобы показать себя. Я считаю, что я родился не в то время, я родился с опозданием, я как раз вот должен был родиться где-то в 80-х годах, то есть юношей я должен был быть там, когда делились на районы, когда были движения, кодекс чести, свой-чужой, все прочее. По словам организаторов, у них вновь не предусмотрено никакого бюджета на съемки, сплошное воодушевление, поэтому те, кто пришел на кастинг, попросили принести собственную одежду. Это будет уже второй по счету клип в полюбившемся Молданазару стиле, но далеко ли можно уйти на одном энтузиазме? Скоро ты увидишь сам. Подарки бывают разными. Друзья Нурлана Абдуллина решили подарить певцу клип. Видео на песню «Не моя» является собой переживаниями успешного мужчины. Главного героя не покидает образ некой девушки, в которую он влюблен. Когда Нурлан рассказал нам о грядущем 50-летии, и мало того, он сказал, что его постоянный питерский клипмейкер делает ему подарок и снимает бесплатный новый клип, мы подумали, блин, почему же мы его, скажем так, земляки, соотечественники, партнеры, друзья, в конце концов, не можем сделать тоже какой-то такой вот жест. Для работы были привлечены украинские специалисты. А главную женскую роль, к своему удивлению, исполнила стилист и визажист проекта. Это такое случайное, я думаю, стечение обстоятельств, удачное, возможно, для меня. Меня посадили проверять камеру. Как мне сказали наши друзья из Украины, сказали, сядьте, пожалуйста, мы настроим свет. Ну, я и села. Так и досиделись до роли, подвинув предыдущую предполагаемую героиню. Класс, я входи к Ксине, раз фокус. Стоп. Многие этого ждали и, наконец, дождались. Осенняя прохлада не стала преградой для презентации новой совместной работы двух див казахстанского шоу-бизнеса – Дильназ Ахмадиевой и Макпалы Сабековой. Футуристические образы, мужчина с конем и такие модные нынче треугольники. Творческий союз Дильназа и Макпал был вопросом времени. Девушки давно дружат, имеют армии поклонников. И уж если за океаном топовые певицы регулярно поют на пару, то нашим красоткам сам Бог велел. Это такая вещь, которую не каждый понимает. Не каждый понимает, не каждый принимает, не каждый осознает. Но это не зависит от возраста или чего-то еще. Мы дружим, и это факт. Виновницы торжества, несмотря на формат мероприятия под открытым небом, были одеты лишь в шикарные белые платья. Девушки принимали поздравления от гостей или веселились. При этом не отпускали друг друга ни на минуту. Видимо, только настоящие дружеские объятия и поцелуи согревали их прохладный осенний вечер.